Мы с братом учились в музыкальной десятилетке одаренных детей. Я по классу фортепиано, брат по классу скрипки. Писали отцу в ссылку подробно о том, какие именно произведения мы играли. А потом нас исключили из этого училища, как детей врага народа. Когда меня спрашивали, кого больше любишь, маму или папу, я, не задумываясь, отвечал, папу, чтобы ему не было обидно там, где-то. Позже, когда театр стал выезжать на гастроли за рубеж, в анкете была графа: «Есть ли у вас родственники за границей?» «Нет». «Кто-нибудь из членов семьи репрессирован?» «Да». «Реабилитирован?» «Нет». Мне сказали: «Уж очень рассерженно ты пишешь». «Нет». «Иди и получи этот документ по реабилитации. Разве это так трудно?» «А для чего, — говорю я, — мне этот документ? Отец мой что, станет от этого более уважаемым человеком? Станет прославленней? Как вы думаете? Мой отец для меня лучше всех, умнее всех, талантливее всех. Не нужна моему отцу никакая реабилитация. Я ведь всего два раза видел отца. Не так ли? Всего два раза. И все равно он самый умный, самый талантливый, самый именитый. Он лучше и добрее всех. Всех, всех, всех». «Моя прекрасная отчизна, я тебя люблю». Все, хватит. Ухожу.